Давай бой, борись! Проход иди, проход! Один алкоголь! Подожди, подожди, устанет, прыгайте, пусти. Он уже задышал. Зрители замерли в ожидании исхода боя. Посмотрите, какая гробовая тишина. Следующая пара. Петров, Артур, Хабибов. Друзья, вы видели сами. Нокаут. И достойное поведение бойца. У нас есть победитель. Давайте, ребята, иди сюда. Вот он идет, и ты прям что-то прям вот. Я думал, скажи! Руки как пули прилетели, да? Расскажи впечатление. Мне ребята сказали, с кем я работаю, то есть чего опасаться. Пытался, конечно, что-то опасаться, как-то противодействовать. Но вы все видели сами. Мне кажется, единственный шанс у тебя был это бороться, бросаться в ноги. Это да. Но чтобы бросаться в ноги, надо где-то обмануть, правильно? Вот я и пытался где-то обмануть. Какой? Вот ты увлекся обманом и получается... Война — это путь обмана! Я еще обещал... Иногда обманываешь там... Друзья, не обманывайте никогда, ведите себя честно! Еще обещал человеку сказать, что сподвину. Давай, что тебя сподвину? Я уже 8 лет как завязал с большим спортом, но работаю фитнес-тренером, поэтому пытаюсь себя поддерживать. И спасибо организаторам стрелки за то чувство мандража, которое мне пришлось испытать снова перед выходом на ринг. И разрешите, я все-таки воспользуюсь случаем, прочитаю стихотворение. Не мои стихи, но про любимый вид спорта. Давай, ты говоришь, лучше делишь, рассказывай. Когда стоишь в углу ковра и ждешь свистка судьи, то забываешь каждый раз волнения свои, что ты для юных просто дед. Тебе сходить пора, тебе уже немало лет, ты проиграл вчера. Но вот свисток, и снова в бой идешь на центр ковра, забыв обидный болевой, что пропустил вчера. Сейчас ты должен победить и вырваться в финал, ведь без борьбы не стоит жить. В борьбе ты жизнь познал. Свисток судьи, захват. Рывок и подворот, и ты проводишь свой прием так, что душа поет. Взметнулась вверх рука судьи, соперник побежден. И вмиг сомнения твои исчезли, словно сон. Ведь только так и стоит жить наперекор судьбе. Искать, идти вперед, творить. Короче, жить в борьбе. Красавчик! Это было здорово, спасибо! Это было лучшее место в истории нашего чемпионата, 9 лет. Хотите тебе пару тысяч единиц опыта, ты красавчик. Давай поаплодируем его, я такого еще не слышал. Ребята, приходи еще раз на турнир, давай. Слава тебе, твой фанат. Давай. Ну, так же, как вот ты же не скажешь, у тебя руки вместо языка, так что давай. Может быть, он тоже готов прочитать. Спасибо всем, кто нас поддерживает, болеет за нас. Вот. Отдельное спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову, то, что... моего оказывает большую помощь на поиску и на семьи Ибрагимов, короче. Огромное ему спасибо за этой нашей диаспоры. Давай расскажи, что тебя мотивирует выступать на стрелке. Меня мотивирует? Да. Одежда, время шок. Что это такое? Расскажи, давай. Ну, это деловой шок, есть такая фирма, так и в Питере есть, также в Москве есть, и в Грозном. Вот, в основном там футболки с такой символом, с символом. Символ такая сидящего волки, правильно? Да, как бы мы без злой переводится как волки. Все, не волк. Вот, ты похож на боевого волка. Я не знаю. Как... Огромный, большой боевой волк. Все, спасибо. Ну что, давай, когда что? Очень достойное поведение. Спасибо тебе за это. Жека всегда переживает за поведение внутри ринга. Жаль. Поздравляю. Молодец, давай, мужик, удачи. Дай поаплодируем еще раз, пулеметчик, хороший бой.